Приветствую всех. Главные новости недели о тюркском мире. Грузия и Турция подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве. Документ подписан в рамках официального визита премьер-министра Грузии в Турцию. На церемонии подписания присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В Ушуше состоялась церемония открытия 7-го международного музыкального фестиваля «Хары Бульбюль» и года Шуша – культурной столицы исламского мира. В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед Аль-Мали. Президент Казахстана Касым Джомарт Токаев принял секретаря Совета безопасности Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Токаев отметил, что встреча является важным этапом подготовки 6-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане 9 августа. Узбекский футбол на Олимпиаде. Молодежная сборная Узбекистана обыграла Индонезию в полуфинале Кубка Азии У-23 и впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры. Эта победа является большим историческим достижением для футбола и в целом спорта Узбекистана. Партнерство между Кыргызстаном и Россией обсудили в Казани. Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках участия в Международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир. Казанфорум» встретился с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным и раисом Татарстана Рустамом Минихановым. В Ашхабаде стартовала международная конференция министров культуры, посвященная 300-летию великого поэта Востока Махтумкули Фараги. В конференции участвуют делегации из стран Азии, Европы, представители ООН, Тюрксой, СНГ и других организаций.